Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, жил в одной стране медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под именем? Потому что над его дверью была надпись «Винни-Пух», а он под ней жил. Однажды Винни-Пух отправился в лес, чтобы немного подкрепиться. Он всегда был не прочь подкрепиться. Кроме того, он был поэт и в свободное время сочинял стихи и даже песенки, приблизительно такие. Пам-прум, запилки, пум-прум, трам, вопилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в запилке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-парам-па-пам-парам-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста. Само дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит? А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом. Ой, мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Итак, Винни-Пух отправился к своему лучшему другу поросенку Пятачку, который жил в домике с надписью «Посторонним В». А кто такой был «Посторонним В», об этом не знал даже сам Пятачок. Доброе утро, Винни-Пух! Доброе утро, Пятачок. Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара? Воздушного шара? Да, я как раз шел мимо и думал, нет ли у Пятачка случайно воздушного шара? А зачем тебе воздушный шар? Мед! Что? Мед. Кто же это ходит за медом с воздушными шариками? Я хожу. А как раз накануне Пятачок был в гостях у кролика, и там ему подарили два прекрасных шарика, синий и зеленый. Какой тебе больше нравится? Вот что, когда идешь за медом, главное, чтобы пчелы тебя не заметили. Ага. Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят его. Ага. А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба, и тоже ничего не заметят. Как ты думаешь, они не заметят под шариком тебя? Может, заметят, а может и нет. О, я притворюсь, будто я маленькая тучка. Тогда они не догадаются. Ага. Тогда тебе лучше взять синий шар. Куда идем мы с Пяточком? Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем улетки нет. Да. У тебя есть зонтик? Зонтик? Видишь ли, я как раз подумал, а не захватить ли нам на всякий случай зонтик? От этих пчел всего можно ждать. Куда идем мы с Пяточком? Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем улетки нет. Да, подержи. Ну вот, теперь я совсем как настоящая черная тучка. Куда идем мы с Пяточком? Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем улетки нет. Надувай шарик.
Похож? На медведя, который летит на воздушном шаре. А на маленькую тучку разве не похож? Нет, не очень. Ладно, может отсюда больше похож. Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам? Это что? Что? По-моему, пчелы что-то подозревают. Что подозревают? Не знаю. Но только они ведут себя подозрительно. Может, они думают, что ты хочешь утащить у них мед? Пятачок! Кажется, они не верят, что я черная тучка. А что делать? Открывай зонтик и ходи взад-вперед. Я буду петь тучкину песню, а ты смотри на меня и говори. Кажется, дождь собирается. Ага. Кажется, дождь собирается. Я тучка, тучка, я вовсе не медведь. А как приятно тучки и по небу лететь. Ай, это что, кажется, дождь собирается. Что? Я думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Я вниз спускаюсь. Кажется, дождь собирается. А как? Об этом я еще не подумал. Кажется, дождь собирается. Пятачок! Что? У тебя есть дома ружье? Есть! Неси его скорей! А в синем-синем небе порядок и уют. Поэтому все тучки так весело поют. Эй, пятачок! Я есть! Стреляй! Куда ты стреляешь? Все, конечно! Да не все! Ты должен сбить шар! А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я! Ага. Ой-ой-ой! У-у. Разве не попал? Не то, чтобы совсем не попал. Но только не попал в шарик. Прости, пожалуйста. Может быть, именно поэтому, хотя и нельзя сказать наверняка, его и назвали Винни-Пух. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Ну что ж, сказки конец. То есть конец этой сказки. А есть и другие. Про Пуха и кролика, про пятачка и старого серого ослика, и про всех остальных. Все самые любимые мультики из детства на канале «Союз мультфильм». Подписывайся! Ba-da-b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 a-